Дорогие друзья, середина июля – самое прекрасное время года. Как-то встретились Виктория, красная смородина и малина в одном месте и сказали друг другу: «Давай дружить». Это начало сказки. Пусть это короткая сказка, но просьба дописать ее вам. Пусть это в небольшой смс-ке, но сказка за вами. Автор лучшей маленькой сказки о лете, о фруктах, получит приз от YouTube-канала «Известия Мордовии».